смотрите, люди подожгли мне автомобиль мой, полыхает. Всем привет, сегодня 25 февраля, вот, 3 часа ночи, подожгли мою машину, сработала сигнализация, в окно выглянул, пламя охватило уже машину, вот, бежал, спустился, начал тушить, проходит минуты две, проезжает инспектор ДПС, вот, 5-я рота. Что, инспектора? Довольны? Теперь вы, да? В смысле, чем мы? 63-01-58. А? Хозяин машины вы? Я. А чем мы довольны? Чем? Гордеев, фамилия 1991. А вы какими судьбами тут оказались-то? Около двора моего. В смысле, едем здесь. А как вы тут оказались? В смысле, как тут оказались? Ну да, как вы тут оказались? Едем по двору. А у вас цель такая была? У вас лицо знакомое. Да ладно. Да. А удостоверение можем в развернутом виде? А мы к вам не обращались. А я к вам обращаюсь. А я, ну, если представьте, вы к нам обращаетесь. Представьте. Лейтенант Лавричин, моя фамилия. Лейтенант Лавричин, да. А вы? Лейтенант. Как? А старший лейтенант Царев. Царев? Да. Ну, как вы тут оказались? Не обязаны вам ничего пояснять. Не обязаны? Я что-то не пойму. То есть, дайте, вы приехали, вопрос, у вас машина тут загорела. Мимо, остановились. Вызвали пожарных. Вам да. Что не нравится? А. Вон как. Вы чисто случайно, да, то есть тут проезжали? А вы на что намекаете? Да. Чисто случайно проезжали? Вы намекаете на что? Я ни на что не намекаю. А зачем у нас вас спрашиваете так? Да, я просто интересуюсь. А я вам просто на ваши вопросы не обязан отвечать. Останавливаться даже не хотели, ехали медленно, просто смотрели до тех пор, пока люди, да, свидетели, не стали им кричать, потому что, ну, полиция, остановитесь там. Примите какие-то меры, да, там, помогите. Вот этот вот патруль оказался рядом с моим домом, когда горел мой автомобиль. То, что это был поджог, это нет никаких сомнений. Вот тут лежала бутылка пластиковая, 1,5-литровая, пахла бензином. Вот, облили крышу. Капот, под капот залили, и все это сполыхнуло. Все это где-то продолжалось, где-то в 4, наверное. Где-то в 4, наверное, это все потухло. Пожарные потушили. Приехали потом опергруппы, там все описывали. Вот, друзья, посмотрите, что произошло с его машиной. Вот на заднем плане я чуть-чуть расскажу вам. Да, сгорела машина в принципе полностью. От машины не осталось ничего. Вот смотрите, что у нас происходит под капотом. Фотографии мы приложим. Вот, пожалуйста. Наш активист остался с автомобиля. Мы в принципе думаем, что это дело рук сотрудников полиции. Вот смотрите, ребят. Я не знаю, как-то вот так вот вам я в принципе все покажу, объясню. Ну, от машины, в принципе, целиком и полностью осталось только багажное отделение. И больше, в принципе, ничего. Наш товарищ остался без транспортного средства, то бишь без заработка. Целиком и полностью автомобиль является его заработком. То есть, ну, не знаю, судите сами. Судите сами. Ну, вот в данный момент как-то вот получается все это вот так вот. Так что смотрите, что происходит. Ну что хочется сказать еще? То, что на самарских активистов реально началась охота. Оставили меня.
без работы, можно сказать, так. Вот. Прошу максимальный репост, сделать этот ролик. Каждый вся, чтобы разместил. Дать максимальную огласку. С данным беспределом может столкнуться каждый.